domu ukradkej. Šel po krišom nad городом, po ulicam prošelся ranním utrom. V переулке темном он кого-то застал врасплох. В ответ услышал тихий смех и шепот. Тень безмолвно притаилась у стены. Ветер в небо листья уронил. Одиноко дождь по улицам бродил. Лунный свет на миг все озарил. Стекла рукой, заплакал дождь вместо меня нежданно. Тихий смех и шепот, звук случайно задетой струны. Быть может, все приснилось ранним утром. Тень безмолвна притаилась у стены. Ветер в небо листья уронил. Одиноко дождь по улицам бродил. Лунный свет на миг все озарил. Безмолвно притаилась у стены. Ветер в небо листья уронил. Одиноко дождь по улицам бродил. Лунный свет на миг все озарил. Ранним утром летом. Моя земля. Нынешняя она, ну я могу сказать так честно, расцвела, да? Это действительно город, который я вот туда попал, вот действительно город поющих ветров, да? Вот там вот ходишь, вот этот поющий ветер, он на улицах прямо ощущается. Это и музыкальные ноты, которые разбросаны по городу, это вот эта пляжная зона, это центр города. Может быть, там что-то меньше? Моя земля. И разные вещи. Tava pēdās aizsteidz pašādās un panāk drīz. Zeme ir tur, kur mātes dotu pavedienu dzīves rakstā meitā vīz. Поэтому спасибо всем за то, что пришли к концу. Художников, творцов. Пусть вот это вдохновение Прилипайское, оно вот ведрами вот этими балтийскими берегинится, окутывает своим действительно вот этим братством. Я очень рада и, конечно,
Я своему городу передаю низкий поклон и, конечно, почаще, почаще. Спасибо всем, кто нам принес эту радость. Я прихожу руководитель фотостудии Фотос. Я бы хотела вам сказать большое-большое спасибо, чтобы вы нам дали такую возможность показать наш город вам, как мы его видим, с нашими фотографиями. И я очень надеюсь, что нам будет возможность к вам приехать в гости, когда все эти времена закончатся, и вы тоже к нам приедете в гости, и мы вам покажем, как это выглядит, ну, как бы, ну, по-настоящему. Сейчас и культура спасет мир. Я думаю, что это все эти дня и заканчивает свою речь. Спасибо вам еще. Спасибо конкурсу. Ну, мы надеемся, что эта выставка будет только первой в нашем общении. Наш фестиваль, вот этот Латвийский Латвийского сигналитета, который мы каждый год проводим, он, тем не менее, живет, существует, и мы дружим, представляем и смотрим на красоту вашего города. Спасибо вам большое, всем пока. Это моя, моя земля. Солнечная погода.